Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Юрий Кубряк, я сертифицированный тренер компании ProfMedGroup. И сегодня я хочу представить новинку нашей компании. Это пробирки для работы с волосистой частью головы. Пробирки с биотином Regeneration Hair System. RHS-система – это кит для регенерации роста волос. Во-первых, важной особенностью нашей системы является наличие в ней двух китов. А теперь поподробнее о составе кита. Итак, состав. Две иголки 30G. Шприц для использования во время процедуры, холдер для забора крови, бабочка 25G, а также PRP-пробирка 10 мл. Так, второй особенностью является состав пробирки, в который входит биотин. Итак, биотин является частью большого комплекса витаминов группы В. Он способствует выработке кератина, основного элемента здоровых локонов. В составе биотина также присутствует сера, которая полезна для волос и кожи, потому что она регулирует работу сальных желез. Итак, подытожим все преимущества нашей системы. Во-первых, больше плазмы. Во-вторых, большое количество тромбоцитов, которые не оседают в геле, а также двойной эффект. Итак, терапия с использованием биотина применяется в следующих случаях. Это снижение скорости роста волос, это выпадение волос, это сухость, ломкость, отсутствие здорового блеска волос. В-четвертых, появление первых признаков седины, а также высыпание, экзема и перхоть. Какой же ожидаемый эффект? Для заметного результата пациенту необходимо пройти полный курс. Многое зависит от степени ситуации, от индивидуальных особенностей организма. Средняя рекомендация – 2 процедуры с интервалом 10-15 дней. Возможно увеличение количества процедур до 4-5. А сейчас мы переходим к процедуре. Итак, мы приступаем к процедуре. Сейчас мы поговорим о протоколе. Во-первых, мы центрифугируем пробирку в течение 5 минут на количестве оборотов 2000. Это обязательное условие. Введение. Мы работаем по волосистой части головы, поэтому классическая техника мезотерапии по волосам. Что касается количества процедур, здесь мы варьируем от 2 до 10 процедур. Это я утрирую. То есть 2-3 процедуры – это чтобы восстановить блеск, вернуть сияющий вид волосам. 6-10 процедур – это уже при андрогенной алопеции. А также мы можем при падении волос использовать данную процедуру, количество процедур от 4 до 5. То есть мы подбираем от сложности пациента и сложности терапии.